Всем привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня приготовим куриные крылья на угольном гриле. Если у вас нет гриля, можно повторить этот рецепт в духовке. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять рецепт. Приготовим смесь приправ. Копченая паприка, чеснок, перец черный молотый, соль, чебрец, он же тимьян, чили-перец, базилик. Масло подсолнечное, я в него добавил немного оливкового. Ну и, конечно же, наши куриные крылышки. Я взял 2 килограмма. Ну что, теперь будем перерубать суставчики. Кисть крыла нашим любимым собакам. Плечо от локтя курочки отделяем, нащупываем и делаем разрез. У нас, по сути, получается 2 мясных кусочка на косточке, которые быстро маринуются и также быстро жарятся. Нет кистей, в которых нечего есть, и они еще, кроме того, быстро пригорают. Поверьте мне, это один из самых лучших способов разделки куриных крыльев. Один раз сделав так, вы уже не будете разделывать куриные крылья по-другому. Вы, наверное, мне скажете, довольно рутинно разрезать 2 килограмма куриных крыльев таким образом. Я думаю, наоборот, вы натренируете свой меткий глаз и острый нож. Вот и последний кусочек остался. Добавляем наши приправы. А также смесь из масел. Равномерно перемешиваем все вкусы и отправляем мариноваться на 1 час. А теперь мы подготовим стартер. Нам понадобятся полные, седые, небольшие угли. Самое то для куриных крылышек. Чистая решетка, территория вкусных рецептов. Равномерно распределим крылышки на гриле. Какой аромат крылышек, и тут ничего не скажешь, а вот слюна активно выделяется и подсказывает. Переворачивай. А то пригорит. Вот и готова наша красота. Готовимся к представлению блюда. Давайте посмотрим на наши куриные крылышки. Да, зажаристая хрустящая корочка снаружи и нежное сочное мясо внутри. Идеальный рецепт для встречи с друзьями. Приготовьте так же вкусно, как я. До скорых встреч в будущем!